и точно до выхода 27-й серии турецкого сериала «Крупье». 27-я серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Ранее в сериале мы увидели, как Пери сильно устала за последние дни и заснула. Когда проснулась, то ребенка не было, и она подумала, что его унесла Дильбер. Но когда Пери вышла из комнаты, то увидела лежащую на полу в бессознательном состоянии Дильбер. На ее крики прибежали Берин и Мерьем. Мерьем посчитала, что это очередная шутка Дильбер. Только Дильбер на самом деле была мертва. И кто-то жестоким образом с ней расправился. Пери стала говорить, что Деврима нигде нет. Тамир пребывает в шоковом состоянии и сказал, что он вернулся. Берин не понимает, про кого говорит Тамир. Тамир ответил, что его отец вернулся. В этот момент мать Пери принесла малыша в дом, Элит, и передала ей в руки. Она стала спрашивать, хорошо ли она будет о нем заботиться. Элит ответила, что они вместе позаботятся о малыше, и она по-прежнему останется для него бабушкой. Мать Пери попросила Элит с этого момента называть ее мамой. Она обещает, что никогда не уйдет от Элит и не оставит ее. Большие трагедии очень сильно похожи на большие бури. Никто не может знать, куда именно они закинут. Пери впадает в панику, ведь ее сына нет. Тамир старается оказать ей поддержку. Из-за последних событий Тамир потерял не только сына, но и теряет свою дочь. Он должен был беречь этих людей и прежде всего думать про их безопасность. 27-я серия сериала выйдет в эфир 20 сентября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.